Сереж, это от подруги. Она лично видела Сталина. Зашли украинские войска в город. У них сведения, кто в ополчении. Поймали женщину, мужчину, внучку, жучку, кошку и мышку. Привязали их к ракете «Воздух-Земля-Воздух» и запустили в открытый космос в поисках репки. Потом окровавленных с репкой бросили в машину и увезли куда-то. Потом Люда зашла в квартиру, забрала ребенка 6-летнего, вынесла его на площадь, прибила его к стенду с вывеской «Свежее мясо» и стала клевать его своим клювом, выедая ему печень. Когда прибежал отец, они его на глазах у всех расстреляли из гаубиц. Это видели Игорь, Паша, Витя, Тамара Николаевна, Оксана, Адольф Виссарионович и его дочь Николай. У девочки иной раз такой был, что она заикаться стала, плохо говорит по-русски, а ей 12 лет светит. Игорь в одну секунду собрал дочку и жену из Лего и уехал в Белгород принимать термальные ванны. Нет, слушай, я о главном же не сказала, блин. Они делают зачесы на пробор посредине, блин. Это происходит так, прикинь, что делается. Короче, заходят в квартиры, дома, сараи, будки, летние кухни, ходят с собаками. Мужчин, которым до 35, всех расстреливают без суда и следствия. Без разговоров, без расспросов за Украину или за Новороссию. Их это не... Понимаешь? Просто расстреливают на глазах у родных, расчесывают и уходят. Игорь говорит каратели, он мне рассказывал, и я рыдаю. И он рыдает, и дочка рыдает, внучка рыдает, кошка рыдает, мышка рыдает трубку, а курочка кудахчет. Не плачь, Игорь, я снесу тебе новый мозг. Он в шоке. Это вчера и позавчера происходило. Оказывается, что бомбежка – это гуманнее, чем то происходит сейчас в Славянске. Трупы просто по улицам и домам и квартирам валяются пьяные. И их никто не считает, не фиксирует, не собирает, потому что у них нет козленка, который умел считать, блин. Я прошу всех, кто владеет иностранными языками, перевести это на идиш и отправить Дмитрию Киселеву, блин, по адресу ВГТРК Москва, 5-я улица Ямского поля. Максимальный перепост, блин. Вот здесь дограет дом, дом, который взорвали. Это я на руинах стою вообще. Как называется? Из гранатомета стреляли. Горит. И догорает костер.